На каждой планете галактики вы найдете поток, мощную таинственную энергию. Здесь, на Акелиане, мы называем ее дыханием. Поток настолько силен, что может быть опасен, но только не для галактик футбол, самого зрелищного спорта в галактике. Но 15 лет назад таинственный взрыв потряс Акелиану, унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире за кубок «Галактик Футбол». 15 лет без достойной команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Акелианы. Наша судьба в их руках. «Галактик Футбол». В предыдущей серии «Галактик Футбол». Стадион «Генезис». Ух ты, он гигантский! Невероятно! Отель зарезервирован исключительно для игроков и обслуживающего персонала. Меня зовут Джада. С этой минуты я полностью в вашем распоряжении. Надеюсь, что вы быстро проиграете. Я беспокоюсь о том, что у тебя в голове. Ты будешь жить в одном номере с будущей звездой «Галактик Футбол». Грамбл, шампунь чемпионов. Отлично, то, что надо. Нет, она может еще лучше. Если не будете относиться к этому матчу серьезно, гарантирую, вы проиграете. Я понимаю, вы недовольны, но ведь это мы бьем по мячу, и вам с этим надо смириться. Джок, пахнет техноидом. Здесь небезопасно. Успокойся, Корса, ты нас всех сглазишь. Секретная лаборатория готова к работе, генерал. Тупой робот. Рокет, что ты делаешь? Он покупал вам цветы? Я права, молодой человек. О. 17-я серия. Приготовьтесь. Авторы сценария Винсан Банжур и Лоран Тернер. Сегодня Сноу Кидс сыграют в первом матче финальной фазы Кубка Галактики. Будем надеяться, что команда Арчи в хорошей форме. Я знаю, что вы будете смотреть этот исторический 16-й матч. До встречи в эфире! А? Нет. Вход просматривается видеокамерами. Сан, не забудь. Проникнуть туда незамеченными не получится. Надо проникнуть. Я должен поговорить с Клэмпом. Ты же сказал, что Клэмп работает на техноида. Работает, но против своей воли. Блейлок нашел способ его контролировать. Ставки, связанные с метапотоком, огромны, Корса. Поверь мне, от этого зависит стабильность галактики. И все-таки попытка проникнуть туда – это безумие. Одни мы не сможем это сделать. Нужна помощь кого-то из сотрудников. Внимание! Все билеты на финальный 16-й матч «Вамба Сноу Кидс» проданы. Ты слышал? Все билеты проданы. А ты как думал? Все хотят увидеть, как мы играем? Джок, билеты проданы, потому что это финальный матч, а не потому, что играем мы. Чепуха! Все хотят видеть, как мы одержим первую победу в финале. Все покупают форму, в которой мы играем. Странно видеть свою форму с номером и всем остальным. Она хорошо продается? Конечно. Хотя форма некоторых игроков продается лучше. Извините, сэр, форма Snow Kids номером 6 хорошо продается? Форма Джока? Это настоящий бестселлер. Осталось всего два комплекта. А как насчет номера 3? Этого добра у нас завались. Можете купить хоть на всю семью. Ладно, ладно, ты выиграл. Ты звезда Snow Kids. Чего еще ты хочешь? Чтобы я попросил у тебя автограф, да? Почему бы и нет? Эй! Я вас знаю! Вы Джок, да? Эй, смотрите! Ой! Джок! Да, мой герой! Джок, подождите нас! Дайте нам автограф! Пожалуйста, для моего брата! Да, мы это тоже, Джок! Мы болеем за вас с самого начала! Идем, мы опаздываем на тренировку! Иди! Видишь, я раздаю автографы! Спасибо, вы прелесть! Как насчет автографа, сэр? А, пожалуйста! Как вас зовут? Брось, Майк Райс! Ты что, не узнаешь старых друзей? Арти? Майк Райс, у нас с друзьями к тебе большая просьба. Ах,
Прогнозы самые благоприятные. Только 28% опрошенных считают, что победят Вамбас. Тренер Вамбас тоже думает, что мы победим. Я рад, что вы так спокойны перед столь ответственным матчем. Не волнуйтесь, сэр, мы в идеальной форме. Кажется, я все ясно объяснил в нашем последнем разговоре. Сэр, мы победим Вамбас. Все прогнозы... Мнение этих людей для тебя важнее мнения тренера. Немедленно включайте машины и работайте. И вот, наконец, прямой репортаж со стадиона «Генезис». Со мной в студии мистер Арч, тренер «Сноу Кидс». До начала решающего исторического матча «Сноу Кидс» осталось всего несколько минут. Каково настроение вашей команды? Я не буду отвечать на этот вопрос. Обе команды хорошо знают друг друга, и борьба, несомненно, будет равной. По всем прогнозам, победа будет за вами. Матчи заранее не выигрывают. Никогда. Надеюсь, мои игроки будут это помнить. Кажется, Арч нервничает. Странно. Что ты имеешь в виду? Тебе было видение? Что произойдет? Не было никакого видения. Просто он выглядит не таким уверенным, как обычно. Футбол можно играть прямо здесь. Смотри, какая огромная раздевалка. Да, голова Джока в двери пройдет. Хватит прикалываться. Лучше скажи свой прогноз. Мой прогноз? Исхода матча. Я думаю, что мы победим 5-0. Я забью 3 гола в первом же тайме. А если я скажу, что выиграет Вамбас 4-0? Финальный матч на стадионе «Генезис» — это матч совершенно другого уровня. Вамбас к этому готовый, а вы нет. Если вы думаете, что матч уже выигран, то выходить на поле нет никакого смысла. Нельзя! Команды, займите места в транспортной гондоле. Повторяю, команды, займите места в транспортной гондоле. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Вот, увидите, сэр. Мы разгромим их на голову. Они слишком самоуверены. Кажется, они меня больше не слушаются. Не волнуйтесь, Арч. Все, чему вы их научили, нельзя забыть за один матч. Хотелось бы мне быть таким же уверенным, как вы. Я ждал чего-то необычного, а это что-то другое. Займите свои места, черт побери! Игра начинается. Матч Вамбас Сноу Кидс начался. Будем надеяться, что игроки Арча оправдают наши надежды. Какой опасный момент! К счастью, Ахито, в отличие от своих товарищей, в большей степени сосредоточен на игре. Ахито! Номер один! Да! Возьмите себя в руки, черт возьми! Следите за мячом! Думайте об игре! Забудьте обо всем! Джок, смотри вокруг. Рядом свободные игроки. Давай пас, Джок.
Ой-ой-ой! Какой ужасный удар! Я не узнаю наших Snow Kids! Все еще хуже, чем я думал. Им это не по зубам. Они сами виноваты. На этот раз Ахита не смог спасти свою команду. Snow Kids должны быстро взять себя в руки, если не хотят полностью потерять инициативу в этом матче. Слушайте внимательно. Успокойтесь и играйте сообща. Больше никакой индивидуальной игры. А ты, Джок, вернись в центр. Джок вас не слышит, Арч. Он только что снял наушник. До конца первого периода осталось всего несколько минут. Snow Kids по-прежнему неузнаваемы. К счастью для них, счет пока не отражает реального положения в этом матче. Благодарить за это надо Ахито. Будем надеяться, что он спасет свою команду, отразив этот чрезвычайно опасный штрафной удар. Она будет бить прямо. Неутешительный конец первого периода для Snow Kids. Возникает законный вопрос, а достаточно ли они сильны, чтобы участвовать в соревнованиях такого уровня? Будем надеяться, что Арч вправит им мозги в раздевалке. Вы не пойдете в раздевалку? Это ничего не изменит. Они слишком молоды, слишком импульсивны и еще не достигли этого уровня. Вы знали, что создать команду будет непросто, и именно поэтому ее создали. Если вы не поможете им в этом матче, то никогда себя не простите. Что он делает? Почему его нет? Он нам не нужен. Мы и сами знаем, что делать. Неужели? Ты что, считаешь, что мы хорошо играли? Если ты недоволен, я не виноват. Я не капитан, насколько я знаю. Я, конечно, капитан, но я не могу играть за всю команду. Ты думаешь, что играешь лучше меня? Ты был прав. Вы играете лучше, Вамбас. Проблема в том, что вы были уверены в победе. Это ваша первая ошибка. Не догадываетесь, в чем заключается вторая? Теперь вы уверены в том, что проиграете. Впереди еще целый тайм. Выходите и играйте. Это лучший способ противостоять давлению в таком матче. Ни о чем больше не думайте. Мяч и игра. Умоляю вас, откройте заново радость игры. Все остальное не в счет. Джок? Да, сэр. Проверь, пожалуйста. Кажется, твой наушник не работает. Громче! Джок, забудь о зрителях. Думай о товарищах. Ну и ну. Игра во втором тайме складывается еще хуже, чем в первом. Сомневаюсь, что Snow Kids смогут переломить ход матча. Умоляю вас, откройте заново радость игры. Все остальное не в счет.
У-ху-ху! Есть! Молодец! Видимо, я поторопилась с выводами. Похоже, наши игроки полны решимости показать, на что они способны. Снова вернулись на путь к победе. Я должен забить! Я звезда команды! Невероятно! Это не Джок, которого мы знаем. Обычно он на «ты» с мячом, но сейчас он играет хуже всех в команде. Что с ним? Непомерное честолюбие. Обычно это только мешает играть. Спасибо. Спасибо вам обоим. Какой замечательный финал! И какое облегчение! Несмотря на все неудачи в первом тайме, Snow Kids доказали, что они команда галактического уровня. Великолепный матч. Но ваши подопечные совсем выдохлись. Кажется, метапоток мешает дыханию. В какой степени? Кажется, смесь может сделать их больными. Или еще хуже, умертвить. Зарубите себе на носу, Клэмп. Мне наплевать, что с ними будет. Наша задача, прежде всего, выжать из них изрядную порцию метапотока. Если это сделать не удастся, отвечать будете вы. Тренер? Вы были правы, Арч. Нельзя было упускать из вида главное – игру. Это верно. Мы должны перед вами извиниться. Вы мне ничего не должны. Я просто не знал, как сделать, чтобы меня услышали. Я виноват в этом не меньше вас. Надеюсь, что у вас еще остались силы для самого страшного испытания – журналистов. О, в чем дело? Я совсем забыл об обязательной пресс-конференции. А что, у тебя есть другие дела? Да. То есть… нет. А? Эй, Ахита. Проснись. М? Ахита? Ахита? Почему он не просыпается? Зовите Симбаи! Скорее! Он пришел в себя. Но я хочу сделать еще анализы, прежде чем его отпустить. Так, все здесь? Извините, сэр, но у меня важная встреча. Начало пресс-конференции через 3 минуты. Прошу не опаздывать, Майк Райс. Нет проблем. А?
Рад тебя видеть, малыш. Мы пришли. Это наш холл. Вы знаете, какому риску я себя подвергаю? Спасибо, Майк Райс. Так вот, где я его видел. Арти. Вы этого хотите? Извини, дружище. Я знал, что ты не оценил это в прошлый раз. Нет, Арти, нет! Только не это! Что я здесь делаю? О, нет! Пресс-конференция! Спокойной ночи, Клэмп. Кто это? Не двигайтесь. Но что вам нужно? Не волнуйтесь, Клэмп. Корс установил магнитную систему, блокирующую ваш микрофон. Мы можем говорить открыто. Санни, имплантированного микрофона нет. Что? Не может быть! Это клон. Где настоящий Клэмп? Корса! Скоро вам будет проще говорить с нами. Итак, где настоящий Клэмп? Клэмпа прячут где-то на стадионе, но я не знаю где. Мера безопасности. Я должен ежедневно отправлять замеры метапотока. Но я никогда не знаю заранее, куда. Мы больше не можем здесь оставаться. Арти, освежи нашему другу память. Ух ты, как поздно. Наверное, я задремал. Здравствуйте. Вам помочь? Помощь нужна не мне, а моему другу. Кто вы? По-моему, тебе уже лучше. Наверное, я просто очень устал, вот и все. Сейчас измерю температуру и отпущу тебя. Я себя отлично чувствую, Симбай. Температуру можно не мерить. Все давно в отеле нежатся в джакузи. Я тоже хочу. Не может быть. При такой температуре он должен быть... мертвым. Смотрите в следующей серии. Лихорадка, поразившая Snow Kids, та же самая лихорадка, что поразила их в детстве. Немедленно разберитесь, в чем дело. Чего вы опасаетесь? Конца нашей галактики. Никто не должен знать, что у него день рождения. 16 лет. Ты совсем взрослый. Кто вы? Он направляется в сектор 2А. А? Авторы идеи Шарль Борес и Винсент Ванделли. Композиторы Марк Томази и Мехди Эл-Морабит. Режиссеры Фредерик Дибовски и Антуан Шарейрон. Совместное производство Альфа-Ним Франс 2, Jetix Europe, Уэлкин Хоссем и Audi Art Lux Animation Supersonic.